были такие, они по 300 литров в бочке стояли, такие по 300 литров в бочках, большие тюки. И приходим, а его нету. И тут машина пивная подъезжает. А если уедет, то уже все, он будет без пива. А она такая, как с цементом? Может, как молоко, да, как возит молоко, ага. Такая цемент, а такие бочки с пива. И что ты думаешь, этот вратарь со мной, который был? Вы нырнули под туда. Под колеса легли. Под колеса лег. Я руководил, он лежит под колесами. Вы ему сказали, что это его лучший сейв в карьере? Я ему сказал, как это, как сейчас с Федькой в Новороссийске. Он говорит, нарисую, говорит, мяч бросишь? Я говорю, брошу. Раз намахнулся, не брось, он в воду улетел. Он в воду улетел.